Привет, с вами Голкипер, и сегодня мы будем делать третью часть прохождения миньонов. Итак, мы с вами на шестом уровне, давайте его пройдем. Так, сейчас. Так, давай. Уровень шестой, лаборатория Грю опять. Опять это Грю, да Грю, постоянно Грю. Так, левей, правей. Прыгаем, прыгаем. Ну всё, левей, правей, прыгаем. Зарядку делает. Я снимаю штрам. Извините меня за, может быть, у меня хриплый голос. Извините, я снимаю с утра. Вот так вот. Так, на развивку я вот сюда. Так, ребята. Ребята, поддержите меня, лайк. Я выиграл, боковая дорожка. Блин, не люблю. Оба есть. Теперь она не боковая. А что случилось-то? Что случилось сейчас? Продолжить, ладно, давайте. Давайте продолжим. Открыли сыворотку. Сейчас. Так. Сыворотка PX41 превратит вас в неуязвимого злого миньона, уничтожающего все на пути, кроме того. Сыворотка увеличивает счет. Ну давайте. На следующий. Да нет, назад. Вот так вот. Так, ребят, уровень седьмой, опять лаборатория, говорю. Так, миньоны как башенка висят. Вы можете высвободить злобного миньона. Давайте попробуем. Теперь уже без сыворотки, ребят. Так, так. Ё-моё.
воюет. Жестко вообще. Вторить. Да чё ты меня боишься-то? Так. Пока всё аккуратненько. Пока всё у нас хорошо. Бананчики мы собираем. Уклонились. Так вот, блин, боковая дорожка. Что это было такое? Ребят, я не знаю. О, Angry Birds. Стал настоящим воином. Так. Так. Сейчас очень много игр связано с Angry Birds. Опять. Что такое? Продолжить. Замораживающий луч. А что он делает? Так. Давайте пробежимся. Уровень 8. Привет! Дэйв. Так. Так, ребят, извините, что был без комментариев. Так, какой сейчас сложный трюк был. Опять боковая, да что такое? Прыгай! Ой, в ракету врезался. Оба, смотреть. Ребят, а пока идет реклама, расскажу о конкурсе, который идет на моем канале. Он начался 2 дня назад, сегодня 17, а он идет до 20. Еще 3 дня. Короче, надо написать положительный комментарий и в нем дать. В нем можете дать, можете не давать ссылку на свой канал. Я зайду, все ваши видео пролайкаю и подпишусь на вас. Но если вы не только напишите прикольный комментарий, но еще и все свои видео тоже пролайкайте и на меня подпишитесь. Наконец-то прошли эти пилы. Да, обожаю прыгать. Обожаю. О, нифига себе. Какие мы быстрые. Меня распилило.
Так, ребят, это уже, честно, какое-то безумие. Повторить. Давайте дойдем до конца уровня. Бананы! Бананы! Как говорят миньоны. Оп-оп. Вот так вот. Так. Что случилось? Почему так нелепо? Я просто не могу, ребят, если честно. Так, ребят, давайте еще разок устанавливайся. Давай. Опа. Оп. Опа. Опа. А тут надо наклонять. Все, не надо. Ой, блин. Ну ладно. Да почему, интересно, вообще эти миньоны возникли? Рефери. Рефери гигантский миньон. Работает на 10 секунд дольше. А у меня сколько бананов? Давайте хоть одну ягодку мне дайте. Я с вас трех не требую. Ну одну хотя бы. Оп, оп. Ребят, поддержите меня лайком. И а миньона моего подпиской, а нас вместе хорошим комментарием. И не забудьте про конкурс. Он продлится до 20 числа этого месяца. То есть до 20 июля. А сейчас как раз июль. И сейчас как раз 2017 год. А продлится до 20 июля 2017. А сейчас, опять я повторяюсь, как раз 2017 год. Так что у вас осталось 3 дня. Вау! Ну ладно, ребят, давайте уже не будем нашего миньона мучить. И попрощаемся. С вами был Голкипер. Всем удачи, всем пока. Не забудьте про конкурс. Пока!